Добро пожаловать на канал Люцийка. А я Люция. Меня зовут Богдан. А я Люция. И мы сегодня будем играть в очень-очень страшную, пристрашную игру. Называется эта игра Slender Amended. Вот вы видите название. Вот этот худенький мужчина. И вот мы в доме. Люцийка в доме направляется к двери. И эта дверь идет в лес. Мы сейчас откроем дверь и окажемся в лесу. Сегодня будем играть вот 8 записок Слендера. Нам надо будет найти в этом лесу 8 записок. И тогда мы сможем убежать из этого леса. И вот начинается игра. Мы на краю дороги. Стоит белая машина с включенными фарами. Темный лес. Включаем фонарик. И идем. Посмотрим, что это за машина, которая нас умчит из этого леса. А ну вот тут щелочка есть. Никого вроде нету там, да? Темно? Да. Не видно никого? Нет. Хорошо. А может кто-то там был? А ну посмотрим. Ты видела? Кто там был? Слендер. Слендер? Да. Не, наверное, нам показалось. Не хасним было. Наверное, там никого не было. Нам показалось. Идем искать 8 записок? Да, не хасним. Так, вот тут надпись. Вход в лес. И дорожки. Дороги, по которым мы сейчас будем идти искать записки. Эти записки могут быть где угодно. О, вот смотри, первая записка. Прямо на большущем толстом дубе прикреплена. Никого рядом нету? Нет. Не, нету. Берем записку? Да. Взяли записку, и что? И, наверное, бежим? Да. Сейчас нас, наверное, будет преследовать этот Слендер? Да. Но тут постоянно бежать нельзя, потому что включается ограничитель скорости, и мы начинаем очень медленно идти. Поэтому здесь надо бежать вот такими небольшими пробежками. А вот наша машина, если мы найдем 8 записок, она нас увезет из этого леса. А сейчас мы пока будем искать остальные записки. Одну записку мы уже нашли. И теперь бежим по этой тропинке и ищем вторую записку. Сзади пока никого нету, да? Я не страшно было. Тебе страшно было? Да, по синим бил. В машине был Слендер? Понятно. Ну, пока его нет. Вон вторая записка, я вижу. Смотри, вот на досках закреплена вторая записка возле трактора. О, вон он, ты видела? Видела. Он только что сзади был. Бежим, бежим, бежим. Бежим, две записки нашли. Нам надо еще 6 записок найти. И Вога еще. Да, вот, смотри, домик. Смотри, белый домик. Вот в этом домике... А, это туалет, смотри. Третью записку мы нашли. Мы взяли 3 записки уже. Бежим дальше. Он, наверное, где-то рядом идет, да? Не страшно. Страшно, да? Но мы должны бежать. Мы должны бежать, чтобы найти все 8 записок. А вот, смотри, на бревнах еще одна записка. Я видела. Да, 4-ю мы нашли. А вон, смотри, костер вдалеке. Побежали к костру, может, там еще одна будет записка? Ой, опять что-то шум, он где-то рядом. Возле костра записки не было. Бежим к дороге. Где тут дорога где-то? Где дорога? Мы в лесу. Где-то здесь надо выйти на дорогу. На дороге можно быстрее чуть-чуть бежать, чем в лесу. В лесу ноги. А вот, смотри, статуя. На статуе. Вот, еще на статуе есть одна записка. Взяли 5-ю записку. 5-ю. О, да, звук такой усилился. Слендер начинает сердиться.
Мы уже больше половины записок нашли. 5 записок мы нашли, да? Ну что, да, ну мы, поэтому мы убегаем. Мы бежим, нам страшно, но мы бежим. Мы убегаем. Нам надо быстрее бежать, чтобы он не нашел. А вот смотри, бочки, цистерны. А вот на одной из цистерн 6-ю нашли, смотри. Мы 6-ю записку нашли. Да. Да? Бежим дальше? Да. Дальше, вот наша тропинка, да, вот тропинка. Мы бежим дальше по нашей тропинке. Фонарик нам еле-еле освещает путь. Вот. Мы в темном лесу бежим. А вон машина, смотри. Впереди машина стоит. А на машине еще одна записка, да? Берем записку. 7-я записка. О, как Слендер начинает сердиться. Ну, какой звук страшный начинает идти. О, как он начинает свирепеть от ярости. О, как он тяжело начинает дышать. Наверное, сзади где-то там по котам уже преследует нас. Но нам еще последнюю записку, и мы выиграем в эту игру. Где же последняя 8-я записка? Где же она? Где? Пока я не вижу, пока в темном лесу ничего не видно. Только деревья, на деревьях записки я тоже не вижу. Бежим по этой дороге, уложенной кирпичами, камнями. Бежим, где же еще одна записка? Я не вижу. Ну, надо бежать. Где же? Он где-то сзади нас дышит тяжело. Где-то прямо за нами, если мы повернемся, все, он нас догонит. А вон впереди, смотри, я вижу впереди, что это? Туалет какой-то? Да, это туалет. Уличный туалет. Где записка? А нету сзади Слендера? А вот записка, берем записку, да? Берем. А вот за Слендера! Не успели мы взять записку, он появился внезапно, да? Да. Испугал нас. Да. И все, и мы опять оказались в этом доме. А вот он. Это мальчик, это не Слендер. Я взял мальчика. Так, ну что, попытка номер 2? Мы почти взяли это. Ну, мы сейчас быстренько пробежимся, мы уже знаем, куда бежать. Да, мы знаем, где находятся эти 8 записок. А, блин, я думал, это Слендер, это мальчик. Тоже в этот лес сейчас пришел и тоже будет искать записки. Ну что, первая записка у нас была возле дерева, да? Да. Вот здесь где-то дерево рядом с дорогой находится. Я увидела сегодня мальчика. Да, сейчас пробежимся к дереву. Оно здесь рядом с дорогой находится, дерево. Возьмем эту первую записку и быстренько побежим. Мы уже знаем, куда бежать. Мы уже видели, где находятся эти записки. Сейчас мы их быстренько соберем, да? Да. И победим в этой игре. А, вот, видишь, большой дуб. И здесь находится первая записка. Ну что, берем? Да. Взяли. И что? Опять звук пошел. Опять, наверное, где-то за нами Слендер вышел на охоту. Опять будет за нами идти, охотиться, да? Да. Ну ничего, мы сейчас будем быстро бежать. Назад мы не будем оборачиваться. И мы быстренько найдем все 8 записок и пройдем эту страшную игру. А вон наша машина белая. А мы бежим по вот этой дороге, по тропинке в лесу, с фонариком. Впереди, кажется, вторая записка была возле трактора на сосновых досках находить. Ой, блин, он где-то рядом уже, да? Что-то он быстренько за нами пришел в этот раз. На тракторе где-то была вот трактор и доски рядом с трактором. И на досках была записка. А, вот. Вот, точно, да. Берем вторую записку. Замечательно. Бежим дальше. А дальше, кажется, была записка дома. В доме, да?
Да. В Белом доме. Там такой туалет, я бы сказал бы. Стояли унитазы. Вот. Такой домик, а на самом деле большой туалет. Заходим. Нету записки. Как это нету записки? А должна ж быть. А где? Где записка? Где? Может, где-то рядом, может, где-то в кабинках. Вот здесь, может быть, в этом отделении. Нету. Что, бежим дальше? Да. Смотри, вон он. Я вижу его слендера. Смотри, вон он. Идет, смотри. Подойдем к нему? Подойдем ближе? Я вижу. Да. Вот он, смотри, вот. Лица нету. Худой. В костюме. Идет. А, смотри, он высокий, он не может зайти в домик. У него голова мешает. А вот он рядом, смотри, вот он. Смотри, он перелетел. Смотри, как он быстро летает там где-то. Видишь, вон рука его. Видишь, он идет, рукой машет. Ну что, может, постоим здесь, он придет сюда, а мы выбежим с того выхода? Не, смотри, не идет. Надо как-то убегать все равно. Давай, вот сюда убежим. Все, бежим. Быстрее, он медленно ходит, и мы сможем убежать. Давай, бежим. Вот, дрова. Здесь еще должна быть записка. Да, есть записка, отлично. Третья записка. Третью записку нашли. Но одной записки мы не нашли. Вот костер. Может, возле костра есть записка? Костер. Да, есть она. Вот, берем ее. Четвертую. Все, четвертую записку мы взяли. Он где-то там сзади нас. Идет за нами по пятам. Мы бежим. Вот дорога. Или это не дорога? Нет, показалось. Вот. А здесь есть записка? Здесь нет. Ой-ой-ой, он где-то рядом. Так, бежим. Записки на скульптуре тоже не оказалось. Значит, они где-то в других местах. А мы не нашли их. Блин, успеем мы найти их или не успеем, или он нас раньше догонит. Я даже не знаю. Бежим, вот здесь. Да, на цистерне еще одна записка. Мы нашли ее на цистерне. Бежим дальше. Ничего не видно. Лес, темно, дорога. Вот, смотри, это мальчик. Это мальчик. Бежим дальше. Сколько мы там нашли? 4 или 5, я уже со счета сбился. А вот на машине, шестая, смотри, мы шестую нашли. Шестую записку мы нашли. Еще две записки мы найдем и все. Он где-то рядом, да? Да. Да, две. Еще две мы должны найти, еще две записки слендера. Я еще не вижу. Я тоже не вижу, темно, ночь. Фонарик плохо светит, дорогу плохо освещает. Но сейчас, где еще? Где две записки? Бежим. Где они? Где? Мы должны их найти. Где? Пока не вижу ничего на дороге. Ни справа, ни слева. Ничего нету. Ни на деревьях я не вижу. Бежим. А вон впереди. Туалет. Да, в туалете мы где-то. Берем. Взяли. Седьмая. Отлично. Седьмая. Ну, еще одна. Еще одна записка, и мы победим, да? Да. Где же еще одна, последняя? В прошлый раз нам еще одной не хватало. Может, в этот раз мы быстренько все найдем, и он нас не догонит. Бежим? Да. Бежим дальше, бежим. Где? Не вижу ничего, темно. В лесу. Что-то. Нету, тоже нету. Блин, он где-то рядом, убегаем, он где-то рядом был. Такой звук был страшный, сильный. Где же? Где последняя записка? Мы опять не можем найти последнюю записку. Еще бы чуть-чуть, и все, и мы бы убежали с этого страшного темного леса.
У нас уже фонарики садятся, батарейки. Уже фонарик стал плохо светить. Мы сбились с дороги, мы не находим дорогу, мы бежим по лесу. Где же дорога? Нам надо на дорогу выйти, потому что по дороге находятся вот эти всякие разные места, на которых могут быть эти записки, эти белые листы бумаги. А мы потеряли дорогу и прямо в лесу, по лесу бежим, и не видим, где выход, где. Рядом камни белые, а дороги нету, нету дороги. Куда же бежать, не видно. Не видно кусты, трава, деревья. Вот, что это? А, это опять. Ой, да он где-то рядом, он опять где-то рядом. Мы опять прибежали непонятно куда. Где же записка эта? Где же восьмая записка Слендера? Где же она? А вот и дорога. Ну, хоть хорошо на дорогу вышли. Машина, машина. Может, на машине есть записка? А ну, посмотрим. Может, сзади машины есть записка, да? Слендера нету? Вроде нет. А вот он, вот он. Ой, прямо перед нами появился, да? Да. Мы опять не нашли в этом лесу 8 записок Слендера. Мы опять третья попытка. Посмотрим, сможем ли мы с третьей попытки найти. Ну вот наш дуб. Вот мы берем первую бумажку. Мы уже пришли к этому дубу. Взяли эту бумажку. И начинаем бежать, да? Да. Начинаем бежать вот по этой дороге, начинаем бежать. Прямо бежать по этой дороге и держимся левой стороны этой дороги. Направо никуда не сворачиваем. Держимся левой стороны. Левой руки. Вон наша машина стоит с включенными фарами белого цвета. А мы бежим по этой дороге и держимся левой стороны. Ой, он где-то рядом. Опять он быстро появился возле нас. Наверное, точно в машине где-то он там прячется и выходит с машины и начинает нас преследовать. Да? Да. Первую нашли. Сейчас еще будем искать. Первый лист у нас уже в руках. Нам еще 7 надо найти. 7 листов надо найти. Вот мы бежим. А вот что, что, нету? Там только что мы пробежали трактор, но там не было записки. Бежим к этому белому дому. Да? Да. Такому большому-большому туалету. Вот он, белый дом. Где записка? Где? А вот она на нашем месте, на втором. Вторая бумага на своем месте была. Хорошо, теперь третья бумага должна быть здесь где-то дрова наколотые. Вот, вот дрова наколотые. Третья, точно, есть, есть. Третья бумага. Сейчас бежим прямо на костер. Вдалеке костер горит. Дым идет с костра. Возле костра никого нету, но есть бумага, я ее вижу. Вон она на дереве. Да, еще одна записка, четвертая. Мы четвертую записку подобрали. Оборачиваться нет времени, потому что он где-то сзади. У нас, если мы будем оборачиваться, мы не пройдем эту игру. Поэтому мы бежим только вперед, только прямо. Вот скульптура. На скульптуре нету. Опять нету на скульптуре бумаги. Но зато мы 4 нашли. Теперь мы дальше бежим. Дальше бежим по дороге. Опять прямо бежим, держимся. Сейчас уже держимся правой стороны. Где же, где же? После скульптуры... А, цистерны, точно. В цистернах должна быть. Да, вот здесь вот посредине цистерны. На краю цистерны еще один листок. Мы уже 5 нашли, да? Да. 5 листов нашли. Нам еще 3 осталось. А он сердиться начинает, да? Да. О, мы уже 5 листов нашли, и он начинает сердиться.
Ну ничего, пусть посердится. Нам надо выбираться с этого леса. А вон белый джип стоит, да, точно. И на этом джипе есть еще одна записка. Взяли мы ее, уже 6. Мы нашли 6 записок Слендера. Бежим дальше? Да. Хорошо, бежим дальше. Впереди опять дорога, опять лес. Опять туман. Фонарик плохо светит. Еще чуть-чуть, и мы найдем. Где же? Опять мы с дороги сбились? Нет, вот она, вот дорога, мы не сбились с дороги. Бежим, вот, седьмая есть записка. Нашли 7-ю записку. Осталась еще одна, последняя осталась записка. Сейчас Слендер будет злиться еще больше, потому что последняя записка осталась, и мы сможем убежать из этого леса. Где же последняя записка? Опять, где дорога? Опять сбились. Опять я не вижу дороги. Видим только кусты, деревья. Вот она, вот последняя записка. Берем быстрее. Вот, взяли, 8-я записка, мы взяли 8. Ура! Все? Он пропал? Пропал. Нету Слендера, пропал. Вот мы на машине уезжаем из этого леса. Ура, мы уехали из этого леса, мы спаслись. Ура, мы победили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.